А теперь об изменениях в законодательстве, направленных на поддержку многодетных семей. Раньше, после рождения либо усыновления третьего и последующих детей, мамы получали ежемесячную денежную выплату только один раз. И при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. Теперь претендовать на эту государственную поддержку могут еще больше родителей. Изменения в нормативных актах произошли в сентябре. Но этому предшествовала череда отказов. Наталья Николаева хотела получить пособие на сына Семена. Он четвертый ребенок в семье. Мне позвонила соцзащита уже, женщина, и сказала, вот такого-то числа вы их получали. Зачем вы документы сдали? Я говорю, ну, проверить. Ну, нет, ну, раз не положено, не положено. Она говорит, точно не положено. Она мне продиктовала даты, когда я получала. То есть это всем известно, что не положено в четвертый раз. И все это знают, и в МФЦ документы не берут, и никто поэтому их не приносит. Нужную информацию Наталья нашла сама. В соцсетях одна из ее знакомых написала, что на четвертого и последующих детей ежемесячное пособие все же положено, даже если ранее семья его получала. Закон трактует это положение однозначно. И вот как раз там объяснили, как, что вот какая-то одна женщина подала, то есть она лишь открыла эти законы и не поняла, почему нельзя это второй раз получать. Она пошла, подала в суд. Здесь она проиграла в районном. Потом, я так понимаю, она в Чувашске проиграла, дошла до Верховного суда. И там, ну вот я там тонкости не помню, но вот типа того, что вот с помощью прокуратуры еще, и вдруг бац, и можно. Оказывается, надо давать. Только Наталья собралась тоже отстаивать свои права, как ей на счет зачислили выплату за 2 месяца. Сумма, конечно, это очень большая для нас, хорошая, существенная, потому что 9 тысяч – это, ну, прилично. Это ребенку можно все купить практически, да, вот маленькому. Тем более, если детей много, то возможности там сильно работать нет. Прям много работать у мамы, да, то есть нужна, конечно, поддержка хорошая. Оказалось, это ее знакомая обратилась в прокуратуру республики и рассказала о двойственной ситуации. Специалисты провели проверку. В ходе проверки были выявлены 2 многодетные семьи, которым неправомерно было отказано в назначении данной выплаты в связи с тем, что они ранее уже воспользовались этим правом. По результатам проверки внесено представление в Министерство труда Чувашской республики, которое удовлетворено. Права многодетных семей восстановлены. Ежемесячная денежная выплата назначена, выплачивается в размере около 9 тысяч рублей. Поэтому разъясняю, что в связи с изменением в законодательстве с сентября 2019 года каждая многодетная семья по рождению третьего, четвертого и последующих детей имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты, независимо от того, воспользовалась ли она этим правом ранее. В случае отказа в данной выплате жители Чувашии могут обратиться в прокуратуру. В Министерстве труда республики подтвердили, что они уже информируют многодетные семьи через районные отделы соцзащиты об изменениях. С 2020 года почти 95% семей по подсчетам ведомства смогут получать ежемесячное пособие на третьего и последующих детей. При назначении пособия теперь будет учитываться среднедушевой доход не выше 2 прожиточных минимумов вместо 1. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.